Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, какой флешер или программатор для чиптюнинга выбрать начинающему чиптюнеру. Откуда вообще этот вопрос появляется? Мне задают его практически постоянно люди, которые работают в сервисе и сталкиваются с необходимостью перепрошивать машины. Так было и у меня. В 2014 году у меня был свой сервис. И постоянно сталкивался я с проблемой то, что я не могу починить машину без ее перепрошивки. Ну, например, у меня у брата на машине оборвало об какую-то кочку или сугроб датчик температуры сажевого фильтра на Opel Corsa. Вот. И этот датчик я нигде не мог найти по запчастям. И потом брат его сам где-то нашел, он стоил 8000 рублей. Я думаю, да нафиг этот датчик нужен его ставить, выкинуть вообще этот сажевый фильтр, всю эту систему. И EGR там тоже приглушить заодно. Но позвонил я в компанию, которая с чиптюнингом занимается у нас в городе. Они мне назвали сумму 12000 рублей. Я думаю, ну ничего себе. Ну, скажем так, для брата-студента на тот момент это были деньги большие. И надо мной уже даже родственники стали смеяться, что у тебя такое за сервис, раз ты не можешь брату машину починить. Ну вот это одна из ситуаций. Итак, чиптюнингом, ребята, заниматься нужно. Обязательно. Если вы диагност, если вы автоэлектрик, если просто механик какой-то, значит, двигатели делаете и другие вещи, то эту профессию, так скажем, нужно освоить. Потому что все чаще и чаще в машинах нужно что-то удалить, вырезать, перепрограммировать. Там, допустим, поменяли двигатель, надо перепрошивать, ну и так далее. Давайте разберем эту важную составляющую. Так, перейдем на сайт Yakoo Tools для начала. В раздел «Чиптюнинг». Сразу скажу, много тогда я начал гуглить, форумы искать, спрашивать людей. Все говорят одно. Если ты хочешь заниматься чиптюнингом, обязательно тебе нужен КЕС. Вот этот прибор. Просто, как говорится, must have. То есть, без этого прибора чиптюнингом ты заниматься в принципе не сможешь. Это аксиома, понимаете? Это не только мое мнение, это мнение всех чиптюнеров, то, что обязательно нужен именно КЕС. Зайдя на сайт Yakoo Tools, видим КЕС, стоит он 105 тысяч рублей, и это сам прибор, да? Но кроме того, нужен еще модуль, то есть чтобы у вас в программе были открыты и доступны легковые автомобили, нужно заплатить еще 204 тысячи рублей. Если хотите работать с грузовиками, нужно заплатить еще 282 тысячи рублей. Ну и полная активация стоит 494 тысячи рублей. То есть сам по себе КЕС выходит почти 500. 500 плюс сам блок, то есть базовый. 600. Если вы паять не особо умеете, то еще нужно будет покупать кабели. Они тоже стоят денег. В общем, есть тут решение. То есть оригинальный КЕС брать совершенно не обязательно. Есть его клон. Он не сильно уступает оригиналу. То есть дышит ему, можно сказать, в затылок. Ну, то есть оригинал уходит от копии где-то, ну, на пару шагов. То есть буквально 90% автомобилей можно прошивать клоном. Перейдем на мой сайт в раздел чиптюнинг и видим тот же самый КЕС за 24 900 рублей. Причем это полный комплект с проводами и за дополнительные 6 000 рублей, то есть всего за 30 000
можно его взять с блоком питания. Стабилизированный блок питания нужен для поддержки заряда аккумулятора во время того, когда вы перепрошиваете машину. Вот. Не знаю, на момент видео будет ли доступна акция, но в данный момент еще можно купить и дешевле. Вот. То есть так называемый предзаказ оформить, и это всего будет стоить вообще 20 тысяч рублей. То есть этих денег достаточно вам для того, чтобы начать заниматься чип-тюнингом. Все прошивки у нас в комплекте идут базовые. То есть, допустим, подъехала машина, вы считываете идентификатор, подбираете из базы готовых прошивок прошивку на замену, например, уже с отключенным EGR, с отключенным сажевым фильтром. Если речь идет о бензиновых двигателях, то с отключенным датчиком кислорода, например. И также в прошивках, как правило, калибровщики стараются максимально оптимизировать работу двигателя, то есть это повышенная динамика, насколько это возможно, насколько это возможно, понижен расход и оптимизированы, например, обороты двигателя. То есть в некоторых машинах все прекрасно знают, что с завода идут слишком малые обороты на холостом ходу, и это вредно для двигателя, то есть недостаточно смазка идет. Это тоже устраняется. Кроме того, понижена температура работы двигателя. То есть мы избавляемся от перегрева, от преждевременного износа двигателя, от преждевременного, скажем так, старения масла. Вот. То есть тут вообще одни плюсы. Кто говорит, что чип-тюнинг гробит двигатели, это бред. Это мифы из интернета. Это в основном делают те ребята, которые катают машину на стендах, и чтобы вывести машину на конкретные показатели, ну, то есть, допустим, увеличить мощность там на 20 лошадей, они сделают все, чтобы это, чтобы добиться этого показателя, но в ущерб. Вот. То есть это на показуху прошивки делаются. У нас прошивки делают хорошие калибровщики, профессиональные. То есть все круто, все хорошо. Так, в принципе, с этим все. То есть на этом можно ставить точку. Если вы собираетесь работать в плане перепрошивки блоков, обязательно берите КЕС. Это аксиома, 100%. Так, КЕС и КИТАК еще советуют. КИТАК нужен для... Сейчас покажу. Тюнинг. Итак, опять же, есть оригинал, который стоит 70 тысяч рублей, плюс, скорее всего, будут лицензии. Ну да, конечно. То есть лицензия на все протокола стоит 200 тысяч рублей. В принципе, это окупается. Действительно, окупается в каких-то крупных сервисах, где очень-очень большой поток автомобилей, где-то официальных каких-то, может быть, дилеров. Если они вообще этим занимаются. Вот. И для, например, каких-то столиц, например, для Москвы и Санкт-Петербурга, можно рекомендовать купить именно оригинал. Но для начинающего чип-тюнера это не нужно. Это просто не нужно. То же самое. У нас можно взять КИТАК гораздо дешевле. И причем в полной, опять же, комплектации. То есть это сам КИТАК плюс BDM стол для подключения к блокам управления через BDM интерфейс. Вот. То есть все кабеля в наличии. Даже в подарок идет лупа для того, чтобы мы могли спокойно подключаться к этому всему. Вот. Для чего нужен КИТАК? Во-первых, есть блоки управление двигателями с защитой, которые не шьются просто через розетку. Через розетку — это значит через OBD2 разъем. То есть как КЕС. КЕС — это флешер, он работает через OBD2 разъем. КИТАК — это не флешер, это уже программатор. Он работает с разборкой блоков при подключении
через контакты к этим блокам. Нужен он для считывания, во-первых, полной прошивки, для замены софта целиком, то есть в случае, если вы, например, блок взяли с разборки, с другой машины, флешером его не сделать, то есть под вашу машину его не запрограммировать просто так. В простых случаях, когда просто нужно сделать Евро-2, перевести на один датчик кислорода, либо убрать сажевик, достаточно взять прошивку стоковую, в ней поменять калибровки и залить ее же обратно. С этим легко справляется КЕС. Вот. Но в случае каких-то таких сложных ситуаций, когда калибровки не помогут, то есть нужно менять полностью софт, допустим, с другой машины блок поставили, с разборки поставили, либо есть желание сохранить полностью дамп памяти, то нужен КТАК. Его взять желательно, но в принципе не обязательно. Вы можете таким клиентам, ну, например, временно отказать в оказании услуг. Если хотите этим позаниматься, то, конечно же, берите КТАК. И все остальные флешеры разберем. То есть, казалось бы, вот два прибора берешь и все. Но нет, не тут-то было, как говорится. КЕС с КТАГом, они покрывают, ну, процентов 80, наверное, всего автомобильного рынка. Может быть, даже 70. То есть, большинство автомобилей вы уже делать сможете, но далеко не все. Если брать, например, наш автопром, то есть ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, для того, чтобы прошивать наши автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, нужно брать отдельный прибор, это Scanmaster CAN. Вот, его можно взять тоже на нашем сайте. Полный комплект со всеми проводами. Пожалуйста, прошивки на наши тазики, газики тоже предоставляются. Предоставляется также моя техподдержка. Ну, в общем, для тазиков аксиома тоже берется. Scanmaster CAN. Тут вообще тоже без вопросов. И, в принципе, уже перейдем ко всем остальным флешерам. То есть, которые, скажем так, подбирают все остальные 20% автомобилей всей планеты нашей. Это уже на сайте Yaku Tools. Советую брать именно здесь, потому что ребята надежные, все нормально. Сам у них заказывал. С доставочкой все хорошо и так далее. Тут, в принципе, можно сказать, что это голова номер два. Какой же флешер взять? Тут не все так просто. Нужно, во-первых, нужен небольшой начальный опыт. То есть вы берете КЕС, КТАК, если занимаетесь нашими машинами, то Scanmaster, и начинаете шить машины, но что-то у вас не получится прошить, потому что просто нет в кейсе, допустим, того же Соляриса, тех же там китайских каких-то джили и так далее. То есть китайский рынок, корейский рынок, японский рынок — это уже другое. Ну, японский имеется в виду такой галимый японский рынок типа Mitsubishi, то есть явный такой, чисто японский. То есть Toyota нормально КЕС прошивает, а Mazda прошивает. Ну, Mitsubishi, допустим, это уже отдельная совсем тема, совсем другой автомобиль, не похожий на другие. Итак, нужно брать другие флешеры. Здесь открываем в новой вкладке MMC флешер. Открываем мультифлешер, допустим. Открываем OpenBox. Chiploader 2. И PCM флешер надо найти. PCM флешер, так называемый. Комби-лодер, сразу скажу, штука бесполезная абсолютно. Ни в коем случае ее не берите. Вот. PCM флешер ищем.
Куда он делся-то? Ну-ка еще раз. Вот он. Итак, допустим, у вас приезжает много-много солярисов, Kia, какие-нибудь там Rio новые, свежие. Для этого можно посмотреть модули в разных вот этих вот флешерах. То есть тут уже не нужен прибор какой-то. То есть KES и KETAG — это решение программно-аппаратное. То есть это и прибор, и программа. А флешер — это просто USB-ключ идет. И он работает через стандартный J2534 интерфейс. По интерфейсу немножко позже. То есть покупаем базовый ключ за 1500 рублей получается. И далее начинаем смотреть модули. То есть что нам нужно, например. Подъехал какой-нибудь там Mitsubishi, какой-нибудь Lancer, допустим. Смотрим, какой там блок у него. Такой ли. Ну, не блок даже, а получается процессор. Такой, такой, там может быть. Вот, модуль Mitsubishi Lancer X, Outlander, Pajero. И если у вас таких машин много, пожалуйста, 7000 рублей. И вы уже можете шить эти автомобили. Вот. Ну, допустим, нас интересует Hyundai Solaris, блок 17911. Давайте посмотрим и сравним, есть ли такие модули здесь. Ага, сразу скажу, то есть все модули вам точно не нужны. То есть, возможно, вот такой вот какой-нибудь модуль, у вас такая машина никогда в жизни не приедет. То есть не пытайтесь купить все модули подряд, это очень глупо. Во-первых, они могут, эти машины, никогда к вам не приехать. Во-вторых, может оказаться так, что уже KES делает эти машины. И KETAG. То есть смотрите то, что KES именно не делает. Ну, например. Ну, VAG Kalay, например, вот 100% KES делает абсолютно. А они все равно этот модуль продают. Здесь, по-моему, МЦ флешер вообще не рассчитан на корейцев, я так понимаю. Kia Hyundai. Так, это не то, это дизельное. Ладно, мультифлешер посмотрим. То же самое, ключ всего стоит 1127 рублей. И вот этот, например, блок Bosch MG798, его делает Kalay адаптер обычный. То есть зачем они такую цену за него делают, ну не знаю даже. Вот это вот делает KES, это тоже делает KES, по-моему. А нет, KES вот эти блоки не делает, это как раз Kia Hyundai SIM2K 341. Очень часто блок этот встречается. Это у нас делает Scanmaster CAN. Тоже не обязательно покупать. Вот, пожалуйста, солярисы. На них стоят вот такие вот блоки. Модуль стоит почти 12 тысяч. Я вам сразу скажу, это дорого. Поэтому идем дальше и сравниваем. Openbox — это немножко грузовая тема. Чиплодер. Тоже ключ стоит 4500. Базовый. В него входят уже вот эти вот блоки. Это, кстати, по китайцам скорее. То есть он захватывает и наши автомобили частично. И очень много китайских блоков. M797 — это корейские, китайские блоки. 799, 798, 798 MG, ME7175 — это VAG группа, но их KES делает, в принципе. Но они входят в базовую комплектацию, почему бы не взять? Может пригодятся когда-нибудь.
Смотрим здесь блок ME17911213. Он стоит всего 619 рублей. Я лично этим модулем перепрошил, наверное, 50, может, 100 автомобилей, может, больше, не знаю, не помню, но очень много. Тут написано, что он только для серийных прошивок, но я вам скажу один лайфхак. Все прошивки в наших базах, они подготовлены для записи диагностическим методом. Поэтому они идут как серийные, как будто бы. Они подделаны под серийные, короче говоря, и спокойно записываются этим дешевым модулем. Теперь перейдем в PCM Flash. Очень хороший флешер. И находим тот же самый модуль. Так. Kia Hyundai. Немножко не то. EDC блок. Kia Hyundai Sync. Не то. Так, сейчас паузу поставлю. Поищу. Так, значит, вот он, модуль 19. То же самое. Входит ME17911213. Но плюсом еще идут блоки 17921 и 17.98 MEDG. Это блоки новые. В чем разница между покупкой модуля за 7000 рублей и за 619? Дело в том, что если взять модуль за 619 рублей, вы сможете делать только вот эти вот блоки. То есть это Solaris, Kia Rio, по-моему. Вот эти вот. Но подъехала, допустим, вот такая вот машинка. И все. Вам уже все равно придется этот модуль покупать. То есть думайте, записывайте машины, которые к вам приезжают чаще всего, и сравнивайте. Лично я на этапе, когда у меня денег не очень много было, взял тот модуль. Но вот сейчас, я бы уже взял вот этот модуль. А что делать с тем? Ну, видимо, взяли зря. Ну, ладно, модуль-то окупился уже. Можно, в конце концов, его и продать. Хотя, с другой стороны, кому нужно подержанное оборудование? Никто не хочет его покупать. Так что смотрите внимательно, сравнивайте модули. Вот конкретно, что нужно, что можно взять, смотреть. PCM Flash, чиплодер 2. OpenBox — это, кстати говоря, грузовая тема. То есть, ну не только, тут тоже, видите, китайцы есть вот эти вот. Hyundai Kia Cherry, Geely, Hefei, Vortex. В общем, это все. И тут у нас были грузовые блоки. Вот, пожалуйста. То есть, вот это полезно будет взять. Допустим, модуль для EDC-7, MS-6.1 для КАМАЗов. Вот, тоже. Ну, сам ключик стоит всего полторашку. И плюс модуль 5000, его уже шьете КАМАЗа на данных двигателях. Так, а через что это все работает? То есть, сама программа, она же не может работать без какого-то адаптера. Вот. В основном... Сейчас все автомобили работают по J2534 протоколу, а некоторые блоки работают по K-Line. И для этого нужен вот этот адаптер ChipSoft J2534 плюс K-Line. Два в одном, очень удобно. Адаптер поддерживает 24 вольта, можете шить и легковые автомобили, и грузовые автомобили. Вот этот адаптер лично у меня есть, я им пользуюсь, шью им все подряд. Отличная штука. То есть, если вы берете модуль на чиплодер, на PCM Flash, чип, ну, неважно что, вам нужен вот такой вот адаптер.
Есть версия Mid за 7800, но, скажем так, она не так уж часто нужна, скорее никогда. То есть это такой мажорский вариант. Если денежек у вас много, можете взять на будущее. Вот. А так достаточно Chipsoft Lite модуля. В принципе, наверное, на сегодня все. То есть, повторюсь, подытожим, как говорится. Если вы начинаете, хотите начать заниматься чиптюнингом, для всех иномарок абсолютно берете КЕС. Если средства позволяют, берите КАТАК. Остальное все, то есть он, вот это КЕС, КАТАК делают 80% примерно всего автомобильного рынка в мире. Остальное добивается помодульно. То есть приехала машинка, смотрим, покупаем модуль, выбираем вот из этих производителей. Берем Chipsoft адаптер обязательно. И если наши машины хотите прошивать, это Scanmaster CAN. Ну и далее уже расширяйтесь, разбирайтесь. Там уже, в принципе, этот вопрос отпадает, когда начинаете именно заниматься. Можете ко мне обращаться. То есть я вам подскажу, помогу. В принципе, наверное, на этом можно и заканчивать. Все. Всем пока. Всем удачи. Осваивайте чиптюнинг, начинайте зарабатывать больше денежек. Не позорьтесь перед родственниками, как это у меня в свое время было. То есть, когда я не мог сделать ничего с машиной. Занимайтесь, осваивайте. Все. Пока.